Спросите у любого жителя в Кировско-Апатитском районе, что мы отмечаем в конце августа. И каждый вам ответит – День горняка. Потому что этот праздник – один из самых значимых для жителей наших городов. А почему он так важен для вас и вашей семьи? Сейчас узнаем. Это мой отец отработал более 34 лет на Кировском руднике. А так как это праздник всех людей, которые так или иначе связаны с горой, поэтому да. Ну и кроме того, в августе, в конце августа родилась моя дочь. И когда я ее рожала, были как раз подготовки к празднику. Ну и каждый год идет подготовка, либо подготовка к празднику, либо сам праздник в день рождения моей дочери. Был брат горняком, сын горняк, внук горняк. Так что, ну, мы как бы тоже в объединении работали, но мы, можно сказать, энергетики больше не в горе работали. Но так в любом случае обслуживали это, да, электрики, энергетики, в общем-то, и муж, и Царство Небесное, и сын тоже продолжает. Я химик. А вы химик, все понятно, все с вами ясно. А что бы пожелали нашим горнякам в праздник? Терпение, конечно, здоровье. И не слушать никакие вымыслы, как говорят сейчас, фейки. Пускай они работают честно, добросовестно и с здоровьем. Все, я на пенсии уже 5 лет. А вы горняк? Нет, я обогатитель. Обогатитель? Ну, три фабрики прошел, первую, вторую, третью, все три. А горняки есть в семье, среди знакомых? Есть. У меня брат горняк. Младше меня, правда. Ну ничего. А какие им пожелания? Чтобы у них не было несчастных случаев, слава Богу. Чтобы технику безопасности соблюдали. Самое главное. Для меня и для моей семьи это очень такой важный, значимый праздник, потому что с производством много что связано. Моя мама работала на производстве, папа, братья, родственники, многие друзья и знакомые трудятся на производстве, и я знаю, что это очень тяжелый труд. А что бы вы пожелали всем нашим горнякам, их семьям в этот день? В преддверии праздника хочется пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия и, конечно, счастья. День горняка. Святой праздник. Святой праздник. Да. Для вас, для вашей семьи, почему так значит? Ну, я здесь отработал на предприятии 38 лет, поэтому для меня это все родное и близкое. А как вам кажется, самая сложная горняцкая профессия, можно ли выделить? Ну, наверное, можно. Ну, из самых опасных это, наверное, взрывник, а из самых трудных это проходчик, наверное. День горняка замечательный, но я в горах не работала. Не работали. А может быть, кто-то из вашей семьи, из ваших близких? Есть горняки? Нет, никого нет. Но вы уважаете эту профессию? Обязательно, обязательно. И там бы хотела работать, но не берут по старости. А в горе бы поработали? Ну, в горе нет, а где-нибудь над горой. Над горой. Хорошо. А что бы пожелали нашим горнякам в их праздник? Праздник? А чтобы у них у всех было хорошее здоровье, и чтобы они не обращались в больницу, и чтобы у них была хорошая зарплата. Есть ли среди ваших знакомых, друзей, родственников горняки? Конечно. Сын работает на Кировском руднике. Я его поздравляю с праздником профессиональным, желаю здоровья, побольше денег, ну и всего самого-самого доброго, потому что это сынулечка, самый любимый. А кем работает? Он работает на погрузчике, на ПДМке. Знаете ли вы, что мы будем праздновать уже в эти выходные, в это воскресенье? День горняка, праздник. А значим ли этот праздник для вас, для вашей семьи? Да, теперь уже да, сын становится студентом МАГУ. И будет его дальнейшее обучение, и профессия связана с горной промышленностью, я надеюсь. Поэтому, да, теперь уже, наверное, да, будем. Что бы пожелали нашим горнякам в этот праздник? Ну, конечно же, крепкого здоровья, процветания в их поприще. Ну и процветания нашим обоим городам, которые зависят от этой промышленности.